Всех приветствую, мои родные и любимые, и сердце вам, дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе, и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого благого и доброго во все сферы вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо, складненько и ладненько. Мы с вами продолжаем на моем канале знакомиться с йогой, смотрим на нее глазами христианина, не забывая, что явилась... Причиной этой серии видеороликов «Йога во Христе» или «Йога глазами христианина» это комментарий Елены Новиковой с вопросом ко мне о том, можно ли, как я отношусь к йоге, и можно ли ей заниматься хри христианином. На эти вопросы, на этот вопрос я отвечаю в каждом видео, познавая сначала, что такое йога, а тогда уж как не относиться и можно ли ее практиковать. Сегодня четвертый ролик по, мы с вами узнали, так скажем, что в йоге есть 8 степеней или ступенек, степень или ступень, то что, так скажем, возвышение лестницы, да, первая это ступень или степень, или степень это яма, принципы взаимодействия с внешней средой. Я для вас, вы помните, сделал такую вот Excel файлик, мы с вами уже прошли Яхимсу. Сатью, Астею и сегодня у нас Брахма Чарья. И мы с вами приступаем к изучению этого э, шага, как я называю, на этой ступеньке. То есть по ступеньке мы еще проходимся непосредственно шагами. Читаем. Брахмачарья. Читаем мы все по свободной энциклопедии под названием Википедия. Брахмачарья Буквальное значение слова – ученик Брахмана. Слово санскрита имеет различные переводы от одной из четырех ступеней духовного развития в индуизме до значения ученик Брахмана. Практики, которым должен был следовать ученик Брахмана, получили название в честь слова, обозначающего ученичество у Брахмана. Одна из практик, которых должен был придерживаться ученик в доме Брахмана, учителя, гуру, половое воздержание. Отсюда появился такой перевод термина как половое воздержание и такие как самодисциплина контроль над желаниями в йоге Брахмачарь является одним из принципов ямы ну я прочитал быстро теперь буду как всегда своими словами разжевывать что мы видим ну на данной статье википедии мы э, понимаем что Брахмачарь это прежде всего да, один из шагов э, ступени яма и вроде бы как переводится как ученик Брахмана. А кто же такой Брахман? А Брахман вроде как по этой статье – это учитель или гуру, к которому приходит ученик. А в то же время этот ученик должен в доме учителя воздерживаться от половой от полового удов... о всех удовольствий, да, назовем, от полового. Я сразу оговорюсь, а потом дам определение более подробное. От всех законных удовольствий. Об этом сразу уясните и не забывайте. Начиная половое, пищевое, тактильного какого-либо, видимого, визуального удовольствия, слухового удовольствия и прочих-прочих удовольствий, которым мы получаем посредством взаимодействие внешней среды на наше тело или на нашу душу, от чего мы и дух наш кайфует, да, наслаждается, получает удовольствие. И в то же время вот это брахмачарья, шах брахмачарья, первые ступени или степени, как хотите, йоги под названием яма-йога, это и есть само вот это вот действие, о котором я только сказал, что, что этот человек не только, если человек идет, он может один идти по пути йоги, да, и без всякого учителя, и значит, он это просто доходит, то есть это как автономная ступень, не обязательно, что он приходит к какому-то учителю, да. И так по -по -по понимается а, этот термин и этот шаг. Ну и теперь я вам хочу сразу показать, мы с вами перейдем, я вам вроде бы сказал, что брахман это учитель или гуру, но на самом деле в то же время, если мы с вами переключимся на и википедии э... забьем, что такое брахман, да, э... внесем это слово в, по... в, поисков... в поисковую строку, то мы с вами узнаем. Что же мы узнаем? Брахман перевод как расти, нарастать отражать, верить, мыслить, разум, первоначально молитва. Видите, как много определений, казалось бы, одного слова. В индийской идеалистической философии, как в ведическом вообще, так и в йоге в частности, понятие, обозначающее надличностный, индифферентный абсолют, душа мира, первооснова всех вещей и феноменов. Брахману не может быть, однако, Брахману не может быть дано никакое позитивное определение. Дать ему характеристику можно только через отрицание. Он бесконечный, неизменный, неподвижный, не-не-не-не-не. Он описывается как бескачественный ниргуна. В Веданте концепция Брахмана, то есть Бога Абсолюта, тесно связано с личностным восприятием каждым человеком всеобъемлющего Бога в качестве индивидуального атмана, своего наивысшего запредельного «я». При этом в Упанишадах многократно поддерживается идея трансцендентальной запредельной тождественности атмана и брахмана. Например, в Махавакье, в великом изречении, этот атман, брахман, я атма-брахма, так, переведу на русский для христиан, да. О чем мы с вами прочитали уже в этой, на этой страничке Википедия. Оказывается, что Брахман, по сути, это Бог, по-русски, по-восточному, по-исламскому Аллах, да, по, хотите, иудейский Яхве и Егова, Адана и прочие-прочие имена, вот, хотите, Шива, да, по, -по, 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 по любой религии мы можем найти это слово Абсолют, да. Нечто начало, да, некое. И вот оказывается, что брахман это не столько ученик какого-то человека, учителя, а тот, кто встал на шаг ступеньки ямы брахмачарья. Тот стал учеником ну самого себя хотите я и бога то есть он как раз сам у бога и как мы видим с вами вот кто внимательно слушал и кто хорошо знает христианство христианское мирозрение христианское богословие даже вот так назову увидит очень много схожего кто знает есть богословие акафа ката апофатическое, катафатическое и так далее, да, то есть прямое богословие, отрицательное богословие, вот то же самое мы здесь видим. На самом деле запомните одну простую вещь, которая написана, в принципе, в том же самом Новом Завете учениками Иисуса Христа, в частности, Иоанном Богословом, Бог просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Она не вне человека, она внутри его. Она доступна каждому, если человек захочет ее познать. истину человеку Бог, Иисус Христос, которым я его исповедую, при этом может открыть каждому человеку даже вне самого себя, вне Христа, вне явления себя во плоти человечества. Это надо понимать. Именно поэтому Господь и Бог наш Иисус Христос пришел не сразу, не сразу после грехопадения Адама и Евы и дал им пример, в пример образец свою жизнь и свое учение. Нет. Сколько тысяч лет прошло со времен грехопадения, когда явился Бог во плоти? Сколько прошло уже времени, с тех пор, как Господь явился и уже столько всего исказили, извратили, а многие не верят вообще в эти события, что они вообще были, как были, когда были, почему были, кто были, и так далее, и так далее, и так далее. Да потому что Бог просвещает действительно каждого человека. На самом деле, мы с вами, христиане 21 века, люди Нового Завета, мы уже тоже, я как всем говорил, мы же не свидетели явно очевидцы тех событий. Мы в это только верим. А получается, мы на самом деле не сильно отличаемся от тех людей, которые действительно по пути своей жизни Божьим промыслом все равно пришли в такое состояние, когда они уже упали на колени, запили, если ты есть, откройся мне, откройся кто ты. Бог ведет всех людей, Бог сотворил все бытие, и Он Отец и Мать, как хотите, да, Творец, Родитель, Создатель всего. Любит все, обо всем печется, и все это ведет к совершенству через свободное грехопадение своего созда... создания. Кто знает, вот я очень хорошо изучал христианское богословие, так называемое, но в кавычки надо слово брать там такое, на богословство, или что мама не горюй. Вот. Что вот это а, апофатическое богословие, да, отрицание, не, не, нет. Вот. Все это есть, все это давно известно, я об этом много раз читал, это действительно так. Но при этом Бог, как и нет, все это, Бог и все во всем, да, это надо тоже понимать. А, мы видим, а, ну, опять же, тут просто, так скажем, вот я русский, на русском говорю человек, русскоговорящий человек, да, мы с вами порой читаем просто непереводимые а, на русские слова, и нам кажется, что это что-то разное. А как мы видим благодаря этой статье, Брахман, это Бог, а, от Ат Атман, это я, то самое высокое я, моя личность, мой дух, моя свобода, которая и в ответе за выбор добра и зла. Вот. И как мы видим, что опять же, как мы с вами в этой маленькой статье убедились, что все по-разному исповедуют, даже внутри той же самой, так назовем, йоги, как движение отдельного уже, да, даже, хотя мы с вами говорили, что это чуть ли не часть пути или путь в, ко в конкретной религии. А тогда его можно и в отдельный путь выделить. И здесь также автор статьи говорит, что разные есть мировоззрения. И где-то тот же самый Брахман наделяется более личностными качествами, да, уникальными. И что это вообще личность, а слово личность, я, да, тоже уникум, и уникум индивидуал. То же самое и человек, да. На самом деле в йоге точно так же полным-полно мировоззрений. И даже если вы изучите все так называемые известные, письменные какие-то формы учений, когда вы столкнетесь с живым проповедником, с живым йогом, да, и а сейчас в интернете идеально столкнуться с ними, можно, точнее, столкнуться с ними не с одним, а с нескольким. Вы убедитесь, насколько зачастую у них разное мировоззрение. Вот, вот как я глазами христианина смотрю на йогу, так видите, как йог на разные вещи, у него свой егический взгляд, свое мировоззрение, взгляд на мир, воззрение на мир. И в частности мы читаем, что да, смотрите, где-то есть очень близко к христианству. Я как христианин исповедую, что Бог – личность. Бог, конечно, всячески во всем. Бог проникает в каждую молекулу вот этой вот природы. Бог – вот даже этот компьютер, Бог и живой, и неживой, так скажем, вот эта вся материя, которую мы отчасти называем неживой. Мы знаем прекрасно, есть тьма. Говорят, что космос на 99,9 состоит из пустоты, из ничего. А как ничего? Ничего быть не может, да? Это же ничего тоже что-то. Воздух мы не видим, не щупаем, но он есть, мы его называем воздух. Вот Бог, это действительно, когда о нем говоришь, проще молчать. Потому что первопричины, они не поддаются описанию. Они и есть первопричины, за счет которых мы описываем другие более сложные вещи. Красный цвет ⁇ это первопричина. Круглая форма ⁇ это первопричина. А вот яблоко, зная эти формы, мы можем описать. Что такое яблоко, ты объясняешь слепому, ты говоришь, ну это такое круглое, ну зеленое, допустим, яблоко, да? Так же круглое и зеленое. И вкусное. А что такое вкусное? Это первопричина. Что такое вкус яблока? У него один есть вкус, все уникальный, допустим. Ну, не важно, у каждого тым яблоко еще свой. Слепому, который был слепо от рождения, никогда не видел, что такое круг, никогда не видел зеленого цвета, он не поймет, что такое яблоко. Вот. То есть за счет этих первых причин мы объясняем более сложные вещи. Но сами первые причины они не объясним. А уж Бог первопричина всего. Бог даже не круг. Но круг это Бог. Да. Вот это я хочу, чтобы вы поняли, уяснили. Здесь, конечно же, есть схожести с, так называемым, христианским разъяснением с истиной, я еще глубже скажу и более возвышенный. Да, Но и не то, что здесь есть не истина. Бог и истина и нет одновременно. Он есть и нет его одновременно. Мы видим, что здесь как бы путь дойти до концовки. Этот атман и есть брахман. Атман и есть я, я и есть Бог. Но вы знаете прекрасно, что сам Иисус говорил, вы боги и дети Всевышнего, все вы. Мы, с одной стороны, все разные, все уникальные и все далеки друг от друга, при этом мы все время стремимся максимально друг с другом сблизиться. Точно так же мы с Богом. Да, Бог – личность. Да, Бог всегда был во плоти человек, создан один человек, не мужчина, не женщина, человек, создан по образу и подобию Бога. Это так но при этом мы можем быть с ним мысленно, ты можешь с человеком вообще срастись, да, на, на, невидимом уровне. Вы действительно одно целое. По плоти вы разъединены. Как так? Мы и вместе, мы и Мы абсолютно одинаковы, абсолютно одинаково мыслим, желаем, чувствуем. Но в то же время мы по раздельности. Между нами есть граница. Похоже это на христианство? Ну, тут все тоже, в христианстве все тоже в этом плане, как я вам уже показываю, пытаюсь показывать, кто меня давно слушает, знает. В этом плане тоже не совсем все просто. И все просто, и все сложно одновременно, да. И вот я хочу зачитать дальше по Википедии, посмотрите, да. Тут написано «Критика». Будда, то есть казалось бы, я вам говорил вначале, что вот в йоге восьмиступенчатый путь, так называемое восхождение, а в йоге, в буддизме есть восемь шагов, да, восьмеричный путь, как его называют. Но при этом все-таки, если мы с вами начнем разбирать восьмеричный путь буддизма со всеми там определениями, понятиями, вы увидите, что отличия, конечно же, есть. Вот опять, в принципе, Будду можно взять первоначально как отдельного учителя, да, потом уже как целое движение. И пожалуйста, вам. Будда Шакьямуни считал, что верящий в реальность Брахмана, то есть в реальность Бога, брахманисты, схожи с человеком, который всем рассказывает, что влюблен в самую прекрасную женщину страны, а сам, между тем, никогда ее не видел. Здесь и можно, и нельзя согласиться опять с Буддой, да? Почему вот я христианин, я воспользуюсь как раз этим высказыванием Будды и скажу, и всегда говорю, почему говорю, что почему христианство... Многие после серии этих роликов, а может уже во время этой серии, задумаются, о, христолюб станет Буддой или станет йогом. Нет, я всегда вам говорю, что я все это уже давно прошел, я на заре своего покаяния... Избрал христианство осознанно, и причем я избрал его из всего, что было. Да, я рассказывал, что я стал параллельно, изучил Коран, буддизм, ведизм, индуизм то есть, все, что можешь. Да, я все где-то оставлял на каких-то этапах и, и, и все больше и больше утверждался в христианстве, непредвзято. Не я кто знает мой путь жизни, кто нет, кратко скажу. То есть я не покаялся от того, что мне кто-то там христианство проповедовал. Я не дальше выбрал и шел путем христианства, потому что вокруг меня обкружали христиане, я попал в лапы цеп цепкого сектанта учителя. Нет, кто знает мой путь, меня сам Господь во свете и любви призвал к покаянию, явившись неявно. Причем я всем говорю, заметьте, я никогда не утверждал, что я видел Христа. Но всегда, когда я говорю, что а, Бог являлся мне неоднократно, всегда говорю, что это был Господь и Бог наш Иисус Христос. Я это просто чувствую. Я не могу вам это. И вот в этом понятии я для Будды вот такой вот безумный человек, который утверждает, рассказывает да, о, о, о том, что я хочу соединиться с Богом, да, в частности с Иисусом Христом ни разу не видев его, да. Но при этом я уже вам говорил, что изучая все вот это, да, я не, не могу, как знаете, конечно, меня любой Йох, любой иудей, фарисей, индуист, там, не знаю, кто угодно, может обвинить в том, что ты же не прошел весь путь, чтобы говорить, что вот он неправильный, да. И я тут вынужден, конечно же, с одной стороны согласиться в теории, но на практике своей жизнью свидетельствует, что я шел, я стоял на развилке, да, и выбирал этот путь. Пусть в теории, да, и причем просто это тяжело сейчас на картинке нарисовать, что как это избирал, ты же не мог во все стороны пойти, но я практиковал вот эти вещи, да, я же практиковал не только молитву христианскую, Иисусову молитву, я практиковал и мантры, да, то есть я все это пробовал. Поэтому тут я говорю, теория с практикой в плоском мире тяжело это изобразить. То есть я шел как бы во все направления, да, но в концовке все это я оставлял и ушел одним путем. Именно потому, что, естественно, я как христианин свидетельствую, что... И почему мне вот это все йога, буддизм? Я много раз говорил, что мне далеко. При этом вы слышите мой тон, мой голос при чтении вообще этих югического вот этого учения, мы с вами изучаем, я думаю, что вы слышите в моем голосе достаточно такой положительный, позитивный, уважительный настрой, комментарий, чтение всего этого. Но при этом я, конечно же, обещал в десятом ролике, но не в 10, в десятой части так называемой послесловия, я как христианин подведу вот именно итоги и скажу именно почему, что для меня христианство, как скажу, что она выше всего этого. Мы будем говорить, конечно же, о жертвенной любви, мы будем, конечно же, говорить о личностном бессмертии, о котором я вот сейчас еще расскажу. О личностном бессмертии, вообще о личностном бессмертии каждого человека, не только моего, да. То есть это все взаимосвязано. И поэтому, вы знаете, как говорят, без человека человеку и человеку жизнь не мила, да. Человеку нужен человек, так тоже говорят, да. Бог сотворил первому человеку, разделил их на двоих людей, чтобы они могли разделять радость бытия, благо бытия. И здесь то же самое. То есть без Бога и жизнь не нужна, без личностного Бога, ни какой-то мантры, ни какой-то брахмы, ни какой-то энергии, ни какой-то какой конечной начальной точки, ничего, а именно вот такого же, как я. А почему нам хочется такого же, как я? Да потому что мы такие же, как он, мы созданы по его образу и подобию. И нам нужен личностный Бог, именно личностный, вот такой вот Иисус Христос, вот которого можно, как Иоанн Богослов писал, которого мы лицезрели, которого мы слышали, ощупывали, даже прикасались руками нашими. Это так, да. То есть нам нужен совершенный человек, а по сути Бог. Потому что мы все хотим самое лучшее. Мы хотим самую лучшую жену, самого лучшего мужа, самого лучшего детей. Мы хотим самого лучшего человека в своей жизни. Вот этот самый лучший человек, и есть Бог, потому что мы в образе подобия. Мы сами, конечно, должны такими стать, потому что подобное соединяется с подобным, и подобное только достойно быть с подобным себе. Да? Вот. И, и ты будешь с ним, если ты сам этого достоин. И поэтому, конечно же, без личностного Бога жизнь не мила почему мы не, естественно, близко христианству, близко то, что Бог – личность. Бог всегда был есть во плоти, этот Бог Иисус Христос. Неважно, как его называют, я верю в реальное Бога воплощение. Причем не в воплощение, что Бог когда-то был без плоти, а потом стал во плоти. Нет, Бог всегда был есть и будет во плоти. И Он все и вся проницает. Это непостижимо. Я вам не могу это не описать, не доказать. Это просто есть. А то, что он открыл, как вошел в наш этот мир более грубый, то есть так же, как сейчас открывается дверь ко мне в комнату, может войти любой человек, это не говорит о том, что этот человек за стеной в соседней комнате был бесплотий. Вот во что я верю и от чего мое сердце блаженно и радостно всю ту жизнь с тех пор, как я покаялся и обрел эту полноту истины. Вот так вот. Ну, давайте на этом, я надеюсь, тоже вам было интересно. Я же, конечно, как христианин, я об этом постоянно говорю, но мало ли кто попадет на эти видео. Кто-то интересуется Востоком, может быть, сделает для себя определенные выводы или даже выбор. Мы с вами почитали о брахмане, давайте мы все-таки закончим, что такое брахмачарья, ученик брахмы, да, ученик самого себя, можно сказать, как мы с вами видим, ученик Бога, ученик самого себя, как хотите, Бога внутри себя. Мы с вами где здесь закончили с нарушением брахмачарьи. Является неумение контролировать свои желания в разных сферах: в сексе, еде, питье, болтливости и тому подобное. Обучение контролю способствует различные обитания. Практики, само, ну, обетовые практики, обетов, обетовые, то есть ты дал обед, различные практики обедов, там, воздерж... ну, обедов по-христиански есть пост такой, воздержание есть такое понятие, да, то есть практики воздержания, практики постов, практики обета, самоограничение в сексе, еде, питье, речи и тому подобное. Источником термина является йога сутра. По в этом сборнике сутр термин Брахмачарья упомянут дважды в строках 30 и 38 второй главы текста. Яма и химса, Сати, Асте, Брахмачарьи. И при описании результатов Брахмачарьи. От соблюдения Брахмачарьи обретается вирья, героизм. В тексте Йога Сутры Патанджали не определяет термин. Термин переводит первый комментатор Йога Сутры, Вьяса, в Йога Пхашье. Вьяса дает следующее определение. брахмачария это контроль, сам яма, скрытых чувств, гупта-индрия и находящегося вблизи. О чем речь? Здесь я уже буду рассуждать, наверное, больше опять как христианин, естественно, в принципе, я разделиться не могу, это понятно, но я могу становиться на разные стороны, да, быть как оппозиционер, играть эту роль, да, поэтому я, в общем-то, такой оборот речи употребляю немножко, да, что как я говорю, с какими мировоззрением, в принципе, просто подготавливая, да, я могу могу же как независимым попытаться посмотреть могу как грубо говоря там зная и, и, и иудаизм как иудеев взглянуть да тоже на эту сторону вот вот как христианин конечно же прежде всего я вижу брахмачарью чарья да это чтобы видеть в аналогии с христианством это вот ну посты псевдохристиан я терпеть не могу кто знает на это я много раз записывал тоже видео. На самом деле пост имеет только одно правильное определение. Это пост аянство в любви. В делах любви. Вот эта тренировка, постоянство. А в концовке тренировки должны перейти в образ жизни. Только есть истинный правильная цель, истинный правильный путь и достижение этого пути. А да. то, что я сегодня не убиваю животное, вроде как ради поста, а завтра убиваю, вы ничего не делаете, вы топчетесь на одном месте, а точнее вы лежите лицом в своей блевотине. Потому что человек, пребывающий во зле, в грехе там и остается. И это лишь иллюзия. Вы просто вот так лицо поднимаете, оно все в блевотене, и вы обратно в него бухаетесь после своих постов. Это ничего не меняет пост это, – это покаяние, то же самое, можно по-другому слову, да. И вот, вот это вот брахмачарья, вы знаете, речь, конечно же, я вижу, как христианин, если уж на вот эту вот югическую шаг смотреть, первой ступени, то речь идет, как, как в христианстве, речь идет об управлении собой, своими желаниями, даже положительными. В принципе, удовольствие создал сам Господь. Сам Господь дал нам тело, душу, Дух вдохнул в нас, да, который мы сопределяемся. И через эту тело и душу Дух получает наше наслаждение. И просто так, без причин ограничивать себе в получении удовольствия бессмысленно. Человек создан, Господь еще в раю сказал. Всякое дерево, плоды со всякого дерева тебе позволительные. Ешь и радуйся жизнью. Естественно, там эти плоды и деревья обозначают удовольствие и наслаждение. Бог создал человек для радости. Мы все стремимся в Небесное Царство. Только здесь почему-то решили страдать. Да? Есть просто в христианстве же самоучение, направление, какое-то самообичевание, вот это страдание какое-то самого на себя на, 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 натянуто. Это, конечно же, бред, ложь и не да, и глупые, никуда не ведущие образ мыслей и путь жизни. А вот действительно познать себя должен каждый. И поэтому речь, конечно же, я сразу делю на две части. Первое, это мы сразу во тьму кромешную. Есть только один. Не то, что ты практикуешь себе какие-то временно, вот запрещая удовольствие. Ты навсегда не забываешь, если твое удовольствие, получение удовольствия тобой связано с причинением кому-либо вреда. К чему возвращаемся? К, первой, э, к первому шагу, первой ступени Ахимсе, да, то есть не причинять зла. То есть об этом речь уже, мы в принципе с вами это и прошли, я просто получается повторяюсь. То есть первый путь считается, что первый, э, первый шаг, когда вы ступили на первую ступень, идете по этой ступенечке, потом на второй опять идете, вы помните, это мою Excel э, файл, да, то есть идя по этой ступеньке, вы уже там прошли, уже Ахимсу вы никогда не нарушаете. Все вы ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого живого чувствующего существа, ты не имеешь права получать удовольствие за счет э, слез, страданий, скорбей и уж тем более смерти какого-либо живого чувствующего существа. То есть не навреди красной ниткой начинается от начала и будет продолжаться до конца. Поэтому естественно об этом вообще речь не идем. Речь идет о законных удовольствиях. Секс плох сам по себе? Нет. Еда плоха сам по себе? Нет. Питье плохо сам по себе? Нет. Речь то, что мы говорим и доставляем друг другу радость. Когда говорим умные речи, человек что-то познает. Когда говорим ласковые вещи, человек радуется. Когда говорим добрые вещи, когда поддержки слова. Разве речь сама по себе плохо? Нет. И так далее, так далее, так далее. Все по списку, который мы с вами читали. И там также было написано это Д и ТП. Разве эти вещи сами в себе плохи? Нет. Вопрос, как ими пользоваться. Естественно, опять может быть перекос – что-то это во зло, но мы уже сказали, если это зло, все это мы отметаем. А другой вопрос, что это добро. Но вот действительно, вы помните, с чего начался путь Иисуса Христа? Он ушел в пустыню. Вот это и есть брахмачарья. Как мы с вами видим, все это первая ступень. Да, на ней уже несколько шагов. Конечно же, отказаться от всего зла ты просто обязан. А вот уже познать себя, да. Зачем Иисус ушел в пустыню? Именно для этого. Именно для этого познать себя. Разве тот хлеб, который предлагал э, сатана сделать из камней, он греховен сам по себе? Разве человек не должен Богом не сотворено, чтобы человек каждый день вкушал пищу, продлевая свою жизнь и здоровье? Разве он что-то запретное предложил сделать Иисусу сатана? Разве он ему сказал, убей животное и да, свари из него куриный бульончик? Разве такой он предложил? Нет, он ему предложил, да, обычный хлеб сделай, насыться. Иисус отказался. Он 40 дней был испытуем. И он прошел это испытание. Я же не буду о да, всех испытаниях, все это интерпретировать, подавать, кто хочет, обратитесь к чтению уже Евангелия, Библии на моем канале Христолюк, чтение Библии иных Писаний. Там, кому интересно, все об этом узнаете. Это я так для примера вспоминаю. Иисус действительно познал себя. Познал себя, победил, можно сказать, себя, да, свои именно законные даже желания. По сути, та же самая слава тщеславия. Ну, я говорю, надо ли мне все это интерпретировать? Там хоть и три было, на самом деле, испытаний в жизни у нас, так скажем, духовно-телесных намного больше, да. Там же не только чрево. Нам хочется и того, и того побольше, и послаще, и помягче. Вот, поэтому сама то, что тебя хвалит, нам, нам приятно, когда нас хвалят. Вопрос, куда ты это потом направишь? Да, из-за тщеславия станешь людьми плеваться. То есть там все это вы можете рассмотреть в испытании Иисуса в пустыне. И я говорю, христианам, я, нет смысла мне сегодня повторяться. У меня есть, естественно, ролики, записи на эту тему. Я буду говорить сегодня свободными словами, рассчитывая на то, что меня слушают не только христиане. Им интересно не только жизнь и учение Иисуса Христа, хотя и без этого никуда не денемся, потому что я сам христианин. И вот эта вот действительно победа над собой должен пройти каждый. Я об этом много раз говорил, когда мы читаем Евангелие, Иисус сам говорил, что прокладывает нам путь, да, и он не говорил, что я прокладываю монахом или там неженатым еще. Он прошел путь для всех людей абсолютно одинаковый. Вот. Но, естественно, с как говорится, оговорками, отклонениями и критериями на то, что все люди разные в разных условиях. Да? Есть люди физически немощные, там ног нету, рух нету, голос нет. Ты же не сможешь сам в пустыню даже уйти, если при желании захочешь. Да? То есть, естественно, это с какими-то отклонениями на реальность того человека, который в своей жизни осуществляет святость. Да? идет к совершенству. Но путь этот должен пройти каждый. Вот именно для этого, действительно, если бы христиане, те же самые псевдохристиане, правильно понимали, что такое пост, пост ⁇ это как раз воздержание от неугодных вещей, которые грех, прямо грехами называется, настоящий христианский пост, это когда человек, тренирует себя, ущемляя себя даже в законных удовольствиях. И здесь именно тренирует, потому что ущемлять себя на всю жизнь от этих удовольствий, жизнь тогда становится серой, грязной, бессмысленной и глупой. А почему? Это потому что человек создан для удовольствия. А вот потренироваться надо. Иисус пробовал в пустыне всего 40 дней. Потом он ходил, его приглашали на пиры, он и ел, и пил законную пищу что даже про него пускали слухи, что он пьяница и обжора, и ходит только по домам, вот, так что спал на голой земле, а потом он, возможно, спал в нормальных местах, нам в подробностях Евангелия, конечно, не описана жизнь Иисуса до таких мелочей, о чем христиане, конечно же, жалеют, но уж есть то, что есть им, вот, ну, очевидно, что Иисусу предлагали тоже далеко потом не самые плохие места, хотя о себе он, конечно, свидетельствовал, что у него нету даже места собственного преклонить где голову, потому что он странствующий проповедник. Но все-таки мы видим, что его очень часто достаточно окутывали большой заботой и любовью, естественно, которая проявлялась в делах. И вот это вот брахмачарья, это действительно здесь уже идет речь уже о победе над собой, как действительно человек. Да, это не смысл жизни. Вообще, Брахмачарью последний, как мы видим с вами, это четвертый шаг, первой ступени. Это ни в коем случае нельзя дел... сделать для себя целью. Это лишь средство познать себя. Потому что если ты человек, дух твой, высшее существо, которое вообще невидимо, неслышимо, непознаваемо, неосязаемо, это ты тот, которого никогда не тронуть, не дотронуться. Действительно, как Господь говорит, тот абсолют, абсолют, та свобода, над которой никто не властен, даже забирая твою жизнь или душу, да, твой дух всегда становится свободен избрать между добром и злом. И вот действительно, чтобы познать себя, каждый должен сам себе эту меру люди, определить. Каждый люди в разных обстоятельствах жизни живут. Кто-то семейный, кто-то на иждивении, кто-то, наоборот, за кем-то ухаживает люди в разные периоды своей жизни, я говорю, приходят к покаянию и к дальнейшему пути совершенствования после этого покаяния, раскаяния в своих злых делах по жизни. Тут мы должны с рассуждением просто подойти, и каждый должен сам себя испытать. И каждый сам себе должен положить эту меру. Я, конечно, не знаю, насколько там в югизме есть какие-то конкретные цифры, но я хочется верить, что если это здравое, там учение, опять же, надо не звать, что это кто-то вам будет, допустим, преподавать ту же самую йогу. Если это здравый человек, конечно же, он никому никаких сроков ставить не будет. Человек, который семейный, у которого семья, дети, работа, ему достаточно, вы знаете, и на пару дней, может быть, уйти куда-то в себя и да, воздержаться от секса там, с супругой или с супругом, да, воздержаться от еды, воздержаться даже от питья за пару дней не помрет, но действительно, кто знает, кто практиковал эти вещи, тот поймет, что даже пару дней без еды и питья много тебе чего о себе расскажет, да. Вот. Действительно, помолчать пару суток и так далее, и так далее. Побыть без того, без того, без того, без того удовольствия. Без интернета, без любимой собаки, кошки, игрушки и прочих, прочих вещей. Без компьютера и так далее. Чтобы действительно познать себя. А познаешь ты себя, что, слушай, ты не можешь конечно же, конечная цель тут есть. И кто проходил это деятельно, тот сейчас меня поймет, потому что я это все прошел. Ты действительно доходишь до состояния, что, в принципе, ты готов так жить вечно. Да, ты можешь всю жизнь прожить, вечность прожить без удовольствия. Ты приходишь в полное понимание, что да, я контролирую себя. Понятно, скажешь, сколько? День, два, три. Просто кто практиковал это долго, потому что каждый день тебе внутренний голос говорит, все, хорош, ты не можешь без этого, да? И настает день, когда он умолкает. И ты понимаешь, что ты можешь. Ты можешь жить без... Ты можешь залипнуть в этой... Не знаю, как правильно еще слово тоже, говорю, опять в разных религиях разные понятия, надо вдаваться, нирвана там, нирвана. но действительно, ты в этом нале залипаешь, да? Ты не творишь зла, и ты что можешь жить без удовольствий. Да, и ты все, ты понимаешь, уже не важно. В принципе, ты можешь это сделать и вечно. Потому что ты делал день, два, три, пять, десять, десять, сидишь. ну да, я могу еще десять просидеть. Мне не сложно. Была бы цель. Знаете, этот момент, наверное, можно определить, э, Таким я попытаюсь дать критерий, по крайней мере, отличного опыта. Э, приходит именно там, из которой я и начал. А зачем я это делаю? Кому от этого? Вы знаете, приходит Единственная здравая и правильная мысль, которая должна, мне кажется, служить для каждого критерием, кому от этого хорошо. Потому что суть бытия – это не получение неудовольствия. Суть бытия – это любовь, это радость, это мир. И когда ты начинаешь день, два, три, неделю, пять дней, десять дней пребывать в этом состоянии, кто практиковал меня, я говорю, тот поймет, когда к тебе приходит эта мысль, а зачем я тут сижу, сначала ты понимаешь, зачем. Ты понимаешь, зачем ты идешь, понимаешь, зачем сидишь. И потом у тебя такое откровение, да, все, голова у тебя бац, к брахману и брахман в тебе бог, да, и ты понимаешь, а зачем? Если меня нету ни для кого, и, и я ни для кого не живу, то есть я не люблю, я не любим, все в этой жизни просто бессмысленно. Вот тогда ты выходишь из этой пустыни в силе духа для чего? Для любви? И получение для любви, дарение этой любви, для любви других, и для того, чтобы получать удовольствие, наслаждение от, любви, от окружающей любви, живущих на земле существ, людей, животных, природы. Все, ты начинаешь уже. И вы знаете, вы знаете, вот действительно, после такого настоящего поста, как это говорят, что, правда, Иисус не в не, не поститься ушел в пустыне, а, а пошел. Я не зря, кто знает мое чтение, я обращаю внимание, он ушел для испытания. И вот пройдя вот это вот испытание, не пост, а испытание... Вы знаете, человек выходит, как будто правда, вот, ну как вот там христиане, псевдохристиане якобы постятся. кто знает, конечно, не попастившись, кусочек сразу, все, к всему присыщаешься. Вы знаете, ты в жизни выходишь с таким, у тебя, у тебя кажется, что у тебя даже все рецепторы ощущаются лучше, да? Ты лучше чувствуешь вкус. Не потому, что ты 40 дней там ничего не ел, не пил, или 10, или 20, или 1. Я говорю, каждый по своему уровню, по своему состоянию. А вот ты просто осознаешь это бытие, что действительно вот смысл жизни – любить и быть любимым, радоваться и дарить радость, быть мирным и творить мир вокруг себя, и примерять все, да, созидать мир. И у тебя все как будто, знаете, все рецепторы в 10 раз чувства у тебя увеличивается чувствительность. Ты начинаешь радоваться, ты ты начинаешь кайфовать от каждого момента жизни. Хотя бывает в жизни все очень плохо в мире, возле, да? Но это лишь внешнее. Внутри у тебя полный дзен, полная радость, полное счастье, полное блаженство, как и обещал Иисус. И ты действительно ты с большей радостью плаваешь. То есть, вот я по себе просто скажу, да, я там купаться люблю. Я и раньше любил. А теперь я начинаю кайфовать. Я ценю каждую минуту, что я могу покупаться в речке, в море, в душе, в ванне, да, по лужам походить. Я радуюсь, когда я могу просто ходить. Я радуюсь тому, что я могу дышать, могу смотреть. Какая-то мелочь у меня появилась. Я радуюсь каждой мелочи. Что-то у меня появилось. Я радуюсь, что ж я могу кушать. Как там на Вегана все время, что бедные они там едят, непонятно что. Да я столько всего ем что, оказывается, можно и яблоко, и грушу, и апельсины, и персик, и сливы, и абрикосы, и манго, и ананас. ты думаешь, когда это все-то... И ты начинаешь кайфовать это всего, и что ты можешь это. Ты начинаешь кайфовать это всего вообще. Вот настоящий путь Брахмачари, как я его вижу, как христианин, йоги, я думаю, если они об этом говорят, то Возвращаемся к чему сегодня, заканчиваем ролик, не маленький получился, Мне лишний раз убеждаюсь в своем правильном решении разделить даже все шаги одной ступени восьмиступенчатого пути йоги. Да, заканчиваем все тем же самым ответом на вопрос Елены как я отношусь. Если это так, вот то, что Брахмачария то же самое, то положительно. Рекомендую ли я? Можно ли христианам? Не можно, а нужно. Познать себя нужно. И вот это вот, я говорю, только не думайте, что если вы отрекаетесь от зла, так скажем, испытываете себя в посте, да, а потом к нему возвращаетесь, то это Брахмачария. Это вообще к брахмачарии. Вы еще тогда на первый шаг, первой ступеньке, вы просто даже на нее не встали. Вот на эту ступеньку, на ахисму. Отказа, отказа от творения вообще хоть какого-либо зла, причинения живому существу. А вот Барахмачарья у вас начнется, да, детем Бога, детем себя, учеником семья, учеником Бога вы начнете, знаете, тогда учиться и станете учителем, когда вы начнете, попытаетесь познать себя. А что же со мной будет, если у меня конфетку отобрать? Вот, тогда это и начинается. Я надеюсь, я эту тему достаточно подробно, внятно разъяснил провел аналогию, по-моему, параллельнее и подробнее некуда с христианством. У вас что-то открылось, что-то добавилось. На сегодня я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.